В нашем городе появился закрытый клуб, где начинающие писатели читают придуманные ими истории ужасов. Напугай меня! Мы собрались в особенном месте. У него богатая история. Вас отобрали не случайно. Хорошо подумайте про рассказ, который вы прочитаете. Что за звук? Мы закрыты! Кто там? Это не ваши истории. Это замысел дьявола. Мы попали в мир наших рассказов. Уходите отсюда. Святой отец. Нет, это наши рассказы стали реальностью. Нам нужно изменить финалы. Ты сама это написала, дорогая. Или зло из наших историй уничтожит сначала нас, а потом и весь город. Нет! Нет! Напишешь еще что-нибудь? Страшные истории для рассказа незнакомцам. В кино с 4 ноября.